Ну что, знаете, очень тяжело комментировать игру. Ну, во-первых, я думаю, что мы не угадали с вратарем. Видать, на Щурке сказался перелет международный, это акклиматизация. И с такой классной командой, как «Газпром», за 4 минуты пропустить 3 гола, такой установить гандикап. С командой такого уровня он практически никогда не отыгрывается. Мы это все прекрасно поняли, потому что видели, как за 4 минуты 3 гола мы пропустили. Да, мы пытались там в раздевалке переговорить с ребятами, они вышли немножко там еще как-то разозленные. И второй тайм, я понимаю, что второй тайм уже «Газпром» играл по счету. Это понятно. Но во втором тайме хоть команда «Новая генерация» побежала. Да, и моменты были созданы уже. Да, тут здорово «Газпром» нас на контратаках ловил. Может, они сами специально нас заманивали, но я не знаю, это тактические схемы. Сегодня класс был продемонстрирован команде нашего уровня, что класс бьет порядок. Нам не удалось переиграть наоборот, чтобы порядок побил класс. «Газпром», я поздравляю с заслуженной победой. Я, как еще раз повторяю, все-таки это одна из лучших команд Европы. И уровень этой команды достаточно высок, очень даже высок. Мы пытались сделать все. И первые 3 гола просто нас, мягко скажем, подловили. Тем более наша команда, она всегда мобилизируется, когда ведет в счете. Это раз, а во-вторых, ребята, нельзя такие колоссальные ошибки на первых минутах. У нас это как бич какой-то. Мы или выходим в начале тайма и пропускаем всегда в начале, и в основном в конце тайма пропускаем, казалось бы, ненужные голы. Да, нам. Поэтому я еще раз повторяю, я поздравляю «Газпром». Сегодня класс «Газпрома» был показан в «Лаячине».